Привет, солнышки. А? Ой, не тебе. Привет, солнышки. Привет, зайки. Как у вас делишки? Готовимся к торжественному мероприятию. Красавчик, понял. Приятно. Почему я такой вредный? Ну, жизнь такая. Короче, вы понимали? Спасибо, спасибо, приятного аппетита, спасибо. Короче, вы понимали, сегодня полдня на телефоне общался со стендаперами. Договаривался. Как мы их будем с ним уничтожать? Кстати, Цезарь просто бомба. Нет, кастинг-менеджер не Екатерина. Не знаю. Не Кавка, понял? Что кушаешь, Цезарь? Привет, привет. Знаете, как коктейль называется, который я пью? Пьянство бой. Приятного, спасибо. Hello, hello. Так, не забываем, 7 часов. Самый настоящий стендап против Дома 2. Поэтому пригоняйте, хотя уже столы, походу, все заняты. У нас список посмотреть. Давайте, ребятки. Я вас очень жду. Кстати, сегодня мы даже вечеринку сделаем после стендапа. Кому я перестал отвечать ВКонтакте? А ты где? Кози лаунж, караоке, клуб, ресторан. На работе. Не, по ТВ не покажут этот батл. У Сереги Кучерова, по-моему, в Инстаграме, на Ютубе посмотрите. Спасибо. Не жри, тоже хочется, я понял. Приятного мне. Девушки нету. Один одинёкий мы. Рабочая лошадка я. Привет. 22 года. Да. Тёлок, как пропали у тебя их дохуя. Я у тебя спрашивал про проект Журавлёва Мария. Без понятия. У меня ВКонтакте 1 300 000 сообщений не прочитано. Ивана когда приедет? Надеюсь, через месяц. Зачем я ушел? Так, девушке мне не надо. Так. Хотела прийти ко мне. Ну ничего. Жизнь такова, какова и больше никакова. Спасибо. Ну что, зайчики, вы скажите, кто потянется, кто живет в Москве? О, давайте начнем. Кто сейчас находится в Москве? С Ивана я. Тяжелый вопрос. Кушаю, Цезарь. С Иваном мы друзья. Друзья. Бубоньки мои. Дела просто шикарно. Готовимся к торжественному мероприятию, которое в 7 часов сбор людей начинается. О, если вы в Москве, хотите, пригоняйте сегодня ко мне. Стендап посмотрите, посмеетесь. А потом будем танцевать. Привет, моя любовь. Понял? Приятно. Да, приди к нему в караоке-ресторан, да. Я, кстати, если вы не знаете, арт-директор. Станция метро Бауманская, ресторан Кози Лаунж. Караоке. Красиво смотрите с вами. С Иваном будете вместе. Понял. Учту. Ешь, ем, Цезарь.
пластику носа не буду делать, это моя изюминка. Носатый. Все, пока. Тебе так удобно, мне вообще охрененно удобно. Откуда столько телок в эфире? Не телки, а девушки. Привет. Да, ты крутой, спасибо. 22 года. Вы что, расстались, как? Но уже давно, давно забытая история. Привет. Привет, Денис. Денису увижу, передам привет обязательно. Привет из Грузии, привет, Грузия. Сейчас еще роллы бахну, как раз, чтобы сегодня быть в форме. Привет, Андрей, привет. Привет. Кстати, недавно только узнал. Я из города Минска родом, любимого. Короче, чтобы вы понимали, только недавно узнал, что роллы и суши — это вообще разные. На Дом-2 нет, не хочу. Шайва с Раем вообще без понятия, чё, как они там. Ивана глуповато для тебя, но я так не считаю. Иванку ждёшь? Ладно. Такая красивая пара была с Кахно, жалко, это красавица, реально очень жалко, страдаю, ебан. Мне ещё пофиг, честно. Приезжай с Иваном из Зеленграда. Иван сейчас в Болгарии. Кайфует, отдыхает. На родине. Ты часто к родителям ездишь? Да. Думаю, в самом начале сентября, конец августа поеду в Минск. Какой же я красавчик. Спасибо. Какой есть. Привет, Питер. Привет. По Дому-2 вообще нахрен не скучаю, вообще пофиг. Это уже пройденный этап в жизни. Всегда надо стремиться к чему-то лучшему, ребята. Никогда нельзя на месте сидеть и ныть, то, что все плохо. Это дело слабое. Ты хочешь быть с вами? Так, дальше. Есть Болгарию. Скучаешь по Иванке. Честно? Да. Не хватает ее. COVID-19 сейчас у тебя. Бизнес, связанный с путешествиями. Кто хочет зарабатывать, пишите. Поедем все вместе отдыхать. Это первое. Второе, я еще арт-директор ресторана караоке Cozy Lounge, который находится в городе Москва. О, это шоу. Очень приятно, смотри, как я жру. Понял, понял. Еще похаваю. Сейчас роллы принесут и похаваю. Пушка. Наталья Кушнарева. Привет. Какие девушки мне нравятся? Хрен его знает, честно. Вообще запутался, какие мне девушки нужны, нравятся. А почему в Минске не живешь? Развитие, развитие, ребятки, развития там нет. Перерос я этот город. Ты не ответил, хочешь быть с Иваной. Мы друзья. Ты так кушаешь аппетитно. Тут просто такие самые лучшие шеф-повара, ребят. Самая лучшая еда, самый лучший ролл, самый лучший кальян. И все вообще, блядь. Так, привет, привет всем, да, здорово. Привет, Андрей, привет. Привет, Андрей. Мы тут, короче, перестановочку сделали вообще бомбить. Ивана ушла с тобой с проекта. Ивана ушла на неделю позже с проекта, после меня. Вместо Сереги Кучерова. Сейчас мы делаем расстановочку столов. Делишки шикарно. Передай привет городу Иве. Привет. О, Иве. Что-то я там проезжал. Да, долго.
Так, ребят, специально для вас, дамы и господа, Андрей Денисов Штрих. Ни за какие бабки, ни за какую тёлку, ни за какой расклад не превратимся в жадных волков. Роднее, чем вы мне не найти ни на одной галактике. Мне пофиг на весь мир, когда со мной мои братики. Да. О, полечь. В тебе столько секса, детка. Полечь. Так что вот тут будут сегодня баталии. Дом 2 нет сценария. Изварить микрофон не могу повесить. А, уже повесил. Да, Серега со мной работает. Серега приедет сегодня, будет самое бомбическое видео снимать. Почему Штрих? Потому что высокий и худой. О. Да, ребятки. Все, пошел я работать. Как вы знали, я столько кайфа получаю от работки. Какую книгу читал последнюю? Дэнни Карнеги. «Ораторское искусство» или «Мастерство», не помню, как называется точно книга. Очень-очень толковый, на Сейшелах читал. Блин, понравилось. Поздравь с днем рождения, пожалуйста, Лера Иванова, 4512. Поздравляю тебя с столь замечательным днем. Желаю тебе улыбок, счастья, веселья, позитива, моря много, море просто удачи, и чтобы ты была счастлива. Женского счастья тебе, солнышко. Сегодня свадьба Вити и Тани, без понятия. Я не знаю, что там вообще на Доме 2 происходит, мне вообще плевать. Вернитесь с Иваной на Дом 2. Ладно, ребят. Да, книга очень хорошая, так что обязательно прочтите ее.